А это видео во втором часу ночи, полвторого ночи уже, когда я его записывал, воскресенье уже началось. Петя Первый такой канал, подписывайтесь, интересные, необычные в Телеграме. Новость такая, лучше поздно, чем никогда, называется из серии. На портале госуслуги запущен сервис «Жизненная ситуация» для восстановления и для замены документов, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации. Долго они думали, третий год войны, где у людей документы пропадают, сгорают, разрушаются в зданиях, в пожарах, из плена люди выходят без документов и так далее, и тому подобное. Они только сейчас доперли до этого. С его помощью можно восстановить паспорт гражданина Российской Федерации, если он утерян, украден или испорчен. Полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, в том числе международное, пенсионные документы, документы об образовании. Наконец-то! Аллилуйя! Мы дожили до этого светлого дня. Даже ночью об этом можно сообщить, чтобы вас порадовать. Скорее бы еще таких побольше умных для людей всяких госуслуг было, сервисов. Доживем, надеюсь, до этого. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, комментируйте. Жду на личном приеме за прогнозом. Идем дальше.